Ну что ж, всем привет. Снова я на рыбалке. Будем пытаться ловить карася, окуня, подлещика. Ну и всю прочую рыбу, которая она тут водится. Короче, я не заснял, но я поймал первого карася. Наконец-то, первая рыба. Небольшой. Вот такой карасик. Водочку. Вот. Красивый такой. Ладно, будем дальше рыбачить. А это уже ветер. Ух ты! А он уже на крючке сидит. О. Подлещик. Отпускай его. Небольшой. Небольшой подлещичек. И его мы сразу отпускаем. Вообще малыш, пусть растет. Вот клещ поведет. Еще опасную рыбалку. На рыбалке вот есть клещи, так что будьте осторожны. Все. Но мне нету клеща. Порыбачили, покайфовали, поймали рыбку. И мы ее сейчас отпускаем. Рыбка у нас очень шустрая. Очень шустрый карасик. И мы его отпускаем. Пусть подрастает. Поплыл. Короче, сейчас подальше. А ты меня снимай. Карасик у нас чуть не застрял у нас. Сейчас мы его отпустим заново. Вот такая вот. Все, поплыл. Еще раз. Друзья, будьте осторожны. Клещи очень опасны.